Всем привет, меня зовут Илья, это турецкий блог. Дело в том, что мне написал travel-блогер Алексей Крылов, не хочу ли я поехать с ним в путешествие в Турцию, в город Аланья, чтобы поселиться там в самый дешевый отель, который называется King Ass Hotel. И стоимость этого тура $280 с человека на 7 ночей. Все включено. Там будет питание трехразовое, это перелет, страховка, трансфер, может еще там какие-то мелочи. Основное видео из поездки будет выходить на канале у Алексея Крылова, ну а также у меня какие-то дополнения, я буду все рассказывать, что буду видеть. Я в Турции первый раз, я покажу перелет, я покажу поселение, покажу море, может мы там походим на какие-то экскурсии. В общем, поехали. 3 часа ночи, аэропорт Борисполь, регистрация на рейс Киев-Анталия. Мы летим в Турцию сейчас с Алексеем Крыловым. Сейчас я его где-то ищу, он стоит уже, вон на регистрацию, уже машет. Очередуха, конечно, не кислая. Это уже считается бархатный сезон, Лёха. Там сейчас круто в Турции. Ну, должно, да. Тепло? Если у нас тепло, там, думаю, намного теплее. Круто. На регистрации мы предъявили наши загранпаспорта, и нам выдали по ним билеты. Также забрали наши сумки в багаж. Разрешенный багаж до 23 килограмм, плюс ручная кладь до 5 килограмм. Не прошло и полчаса, и билетики уже у нас на руках. Ну, туда. Я что-то потерял. А это важный элемент вообще? Это есть какой-то багаж. Нормально, чуть не багаж. И, кстати, на регистрации, когда нам выдавали билеты, мы попросили, чтобы нам дали места возле аварийного выхода, потому что у Лёхи очень длинные ноги, и он не помещается на обычных сиденьях. Вы, когда просите билеты, можете попросить, чтобы вас посадили либо возле окошка, либо возле прохода, кому как больше нравится. Примерно минут 30-40, и мы прошли все проверки. Детекторы. Меня прошмонали полностью от головы и до самых ног. Заставили, короче, даже поднять кроссовки. Вот. И чтобы убрать страх полета, мы зашли в дьютик и взяли вот такие фунфырики. Фунфырики! И вам летать больше не страшно. I don't know why, but when I'm in airport, I start talking in English. Now our gate is D13. Лёша говорит, что обычно бывают задержки, могут быть и на 5 часов, но у нас все по часикам, все ровно в наше время нас начали пускать, прям 00. Мы в маршрутке сейчас едем до самолета. Кстати, где здесь за проезд надо передавать, не? Мое первое путешествие в качестве travel-блогера. По дороге, будь ласка, переконайтесь в том, что ваше время безопасности застегнут и столики скреплены. Спинки кисло установлено в вертикальное положение. Під час своего полета просим вас слідкувати за світловим табло, застегнути ремни. Додаткова інформація в інструкції з безпеки, що знаходиться у кишені переднього крісла. Будь ласка, уважно перечитайте. Скорость 850.
сейчас летим над морем, и там тупо штиль. Ну, вообще, типа, вид-то из иллюминатора самолета — это отдельное удовольствие. Прикольно. Я люблю смотреть. Жалко, что у нас тут его нет. У нас тут аварийные вещи. Kevin, do take a seat for landing, please. Приходится смотреть соседи туда, назад. Паспортный контроль, конечно, тут. Ого-го. Паспортный контроль я прошел вообще за рекордных 1.5 минутки вообще. Я просто увидел окошко в одной очереди, что-то люди не раздуплились и стояли все в одной большой очереди, а к другому окошку было 3 человека. Ждем городвещик. Пока мы ждем наш багаж на ленте, он пока не приехал. Ну, что прикольно, что сейчас раннее утро, а мы уже типа готовы. Но с другой стороны, если мы сейчас приедем в наш отель или гостиницу, а там заселение типа с 2 часов. Ну, я читал по отзывам, говорят, будет, ну, типа обычно селят рано. Рано, да? Ну, вообще, типа, по международному стандарту, да, я слышал, что, типа, часов, да. Да, ну, 12 выселение, заселение с 2. А еще мы с Лехой словили немного хайпа, короче. А Леху тут уже узнают, короче, всякие разные люди, пассажиры. Маленькие девочки. Маленькие девочки. И заодно я словил Леха на хайпе, короче. Они меня тоже посчитали известным тревел-блогером. И даже хотели сфоткаться, но я, короче, сказал, что это все клёши. Я не очень люблю сдавать вещи в багаж, потому что вот сейчас мы стоим, ждем, едут чемоданчики, а моего где-то нету. У меня был такой случай, мы возвращались из Грузии, и я стоял, и мой чемодан так и не приехал. Я сразу же там на месте обратился, не знаю, я не помню, к кому я там обратился, сказал, что нет моего багажа, сразу написал там какое-то заявление, сказали, что будут разбираться, я описал там, насколько у меня было вещей, ну, в общем, типа, ситуация неприятная, поэтому, типа, ну, короче, сдавать вещи в багаж и потом стоять вот это, ждать на этой ленте, для меня, типа, теперь это тоже связано со стрессом. Ну, на самом деле, тогда все решилось нормально. Оказалось, какой-то чувак перепутал, схватил, типа, у него был похожий чемодан, но он приехал домой, дома раздуплился, что он взял не тот чемодан, и он позвонил в аэропорт, сказал, что он перепутал, и он уже везет его обратно. Я его подождал там буквально час, он вернулся, привез чемодан, и все было норм. Но все равно это стоило типа каких-то нервов, это стоило времени. Ну, такие ситуации, к сожалению, вот с этими багажами бывают. Поэтому, типа, у меня вещей, в принципе, немного, лучше бы я их отдал в ручную кладь. Вот мы уже нашли наш автобус. Все очень просто. Там на стоечке Туи. Мы показали наш ваучер, нам сказали номер автобуса 5835, вот он нашел. Там, кстати, были русскоговорящие, ну, даже не то, что русскоговорящие, а это были прям, ну, наши девушки, не турецкие. Здесь уже девушка вроде турецкая, но по-русски говорит очень хорошо, все понимает. Вот, так что мы пришли вторыми, ждем, пока заполняется весь автобус и едем. На этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующем видео я расскажу, как мы добрались до отеля, как в него поселились. И до скорых встреч. Пока!